Очередное расследование команды «Информапалм» раскрывает факт участия 21-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Напомним, что 22 сентября 2014 года российский пропагандистский канал «Анна Ньюс» разместил видео с заголовком «Донецк, Старобольшева, уничтоженная бронетехника украинской армии», в котором пытался выдать уничтоженные российские танки Т-72 за украинские. Возвратом данной теме послужила фотография, обнаруженная на странице российского военного преступника, контрактника Дениса Панченко из подразделения ПВО в составе 21-й отдельной мотострелковой бригады, воинская часть 12-128, Тотская-2, Оренбургская область, Центральный военный округ. В частности, в этом фотоальбоме обнаружена фотография, опубликованная 22 октября 2014 года, на которой группа российских военнослужащих позирует на фоне сожженного танка Т-72БА. На ней он был опознан как танк из сюжета «Анна Ньюс». При сравнении скриншота с видеоролика с фотографией из альбома Панченко наглядно видно, что танк и место съемки совпадают, только сделаны с разных ракурсов. Судя по фотографиям Панченко по состоянию на июнь 2015 года, летом он находился в Ростовской области в очередной ростовско-украинской командировке. На основании этого можно сделать заключение, что сожженные под Старобольшева танки Т-72 являются машинами 21-й отдельной мотострелковой бригады, а не 6-й танковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации, о чем мы предполагали ранее в своем материале. Тем не менее, ошибка в определении подразделения, которому принадлежат танки, никак не отражается на основной сути материала по доказательству участия Вооруженных сил Российской Федерации в войне на территории Украины. Наше предположение о принадлежности танка Вооруженных сил Российской Федерации основано на нескольких косвенных фактах, в том числе, первый. Вышеотмеченная фотография размещена в альбоме военнослужащего 21-й бригады. Второй. Зафиксирована гибель двух танкистов 21-й отдельной мотострелковой бригады из Оренбургской области, якобы на учениях под Ростовом в конце августа 2014 года. Третий. Наличие на вооружении 21-й бригады танков Т-72БА модификации 1999 года. В отличие от модификации БТ, оснащенной тепловизором «Сосна-У», у БА установлен прицел 1К-13. Которые в основном стоят в арсенале войсковых соединений Центрального военного округа. Для подтверждения данной информации приводим фотографии танков Т-72БА из социальных профилей российских военнослужащих 21-й бригады Рустама Абракова и Артема Чугаева.